Там вообще жестко. Че, сколько в майник теперь? Столько нахуй. Да ты-то, блядь, куда лезешь, нахуй, старый? Столько, блядь. Нихуя там, блядь. Охуенный шмот. Блядь, ты опять, нихуя себе. Какая красота. А у меня когда будет, нахуй? У тебя? Скоро. А чё у тебя плащик такой кривой, ну, какой-то плащик, да, нормальный? У кого? По Сифею, ну. Ну, лучше нету. Как нету? Лучше только Солара. Я через 2 КД только третий кусок зовут. Да. Есть же этот с ИВК, 50 на 50, как раз падает. Ну, так, а, ну, он не падает. Мы, ну, вот когда ходили, он не падал. А чё выпадет? Ну, я сумоним. Престов нету? Нет, нахуй нам пристать. Зайти нахуй на ДЦ стиле. А шо, Глеб, ты тогда кулаки покидаешь, да? Да, у меня кулаки стоят. Или чё? Там по 5 кидай. Шо, я думал, Лёха фото покидает. Нахуй, я вообще с вами пошёл. Ну да ладно, похуй. Ну, а, там частицу на кого-то из них. Чё, Слава, зайти за приста? Или чё? Слушай, я не знаю. Да сиди, похуй. Ну, типа, это чё, обычка. Давайте, короче. Фоя. Лёха и кто ещё? Юля. Блядь, эти сука сейчас джаху пиздить будут. Ты похуй. Нахуй тебе джага, свет не без костыли и всё. У тебя баф, который ты от джаги получишь, минуту висит. А от хил похуй, ну про. Да ну нахуй, я на шипе, блядь. Ну чё вчера? РТ и то хорошее было, там 7 боссов принесли. Там совет Лана осталось, проф Синдрадич в ночном времени. Ну сегодня если такая же явка будет, как у нас, типа, не зайдут люди. Конечно, хуёво будет. Тут не угадаешь, тут, конечно, дохуя надо человек заменить. И они уже тогда конкурировать будут получше. Вот если прям кто сильно хочет играть, они будут то заходить, там с работы отпрашиваться. Ну не хочется все равно людей так напрягать, типа. Это же игра ебаная. А хоть и жертвовать чем-то вряд ли, если ты, ну, как можешь, так и играй. Никто ничего не требует. А гореть от этого, что-то там, не знаю, мечтать. Всегда надо, ну, пришли, пришли, не пришли, ну не пришли люди, что поделать. Хуй не сделаешь. Что, блядь, не кажется, или вообще меньше лагать стало? Если... Может, у меня ПК стал сильнее? Может, потом сбил чуть-чуть? Фиксики починили, да? Фиксики, ну да. Слева на шипе, водящий. По губам. Я не мог не помолчать. Вы же понимаете, да, что да. Такое нельзя, как бы. Достаньте меня. Кто-нибудь читал про адвоката Бэри Мейсона? Вообще, блядь, никто не читал. Там, короче, американский какой-то мужик, который, ну, типа как детективы пишет. Вот, и там у него главный герой постоянно адвокат. Ну, типа там, то расследует сам, то секретарь у него там все, ему там детектив его, он часто нанимает, и вот он, блядь, и все, вот он дела выигрывает, блядь. Ну, нихуя балнор, блядь. Ебанница. Видел 100 лет тебя. Шел в обычку, ворвался просто. Я джанга не сомнул. Ну бывает такое, да. Блять, смотрели финал? Этот кубок мира, это, шахматы. Нет, не смотрю. Пиздец, нахуй. Дин Лижень выиграл. Китаец выиграл, короче. Он там, ебать, у него аж руки затрясли, я на. Но он проебал. Пиздец, китаец выиграл.
Я так надеялся, что я вывезет. Ну, не повезло. Эх. Мы порадовались за русского чемпиона мира. Хотя они оба слабее Магнуса Карлсона. Ничего. Мне кажется, блядь, на следующем чемпионате его собьет кто-то. Хотя, кто знает, если человек сильно замотивируется, может быть, он станет хуярить еще сильнее. У меня вопрос, ты с Шизо сейчас общаешься? Ладно, пошутил. Бич ваш Карлсон полный, нахуй, нихуя. Ты понял, что ты сказал, нахуй? Кара, это Карлсон, который живет на крыше, ты про него? Не-не-не. Карлсон, Магнус Карлсон, норвежец. Да, кто чемпион мира по шахматам. Ну чё, Лингрен, мне кажется, ты сегодня слетаешь, да хуища шмота на распыл. Чё там, я Лингрену всё закидываю, если надо, сразу у него спрашивайте. Вот эта шея, там мне остальная санина выпала. Осколки я, кстати, я должен видеть. Всё, бежим. Мобов хуярим дальше. Сейчас, короче, я не знаю, минут 40 похуярим, и там это сильно засиживаться не будем, мы пойдем чилить. Завтра добьем быстренько и посмотрим. Если, короче, завтра придут люди на Джайну, я объяву напишу. Потраем. Ну, не Джайну, в смысле, я Вайшу, вообще Гидроса хочу добить. Потому что хуйня какая-то, вроде бы и три не нужны людям. Ну, Вайшу максимально приоритетно, мне кажется, надо пиздить. Мне кажется, она будет проще Джайна намного. Но... надо Юлькины таланты глянуть. Вот, а дай ассиста, пожалуйста. Сейчас. Ридара себе закинул хоть спать. Ты больно. Без крита сидеть. У Юльки талант. А, вот у нее вкачана вечная мерзлота. И еще знаешь, что тебе надо? Тебе помимо вечной мерзлоты надо еще. Плюс я могу сингл смотреть у нее. Где она? Вот, символы. Во, вот это вот символ воющего ветра. Способность Воющий Ветер поражает противника болезнью озноб. А озноб, в свою очередь, из талантов поражает жертву озноба, кочинеет и скорости передвижения снижается на 50% на 10 секунд. Вот это за счет этой хуйни она будет кайтить. И за счет этой хуйни кайтил мобов на ульдуаре плюс 0. За ДК, фрост ДК танка еще на личкинге, не на Сирусе. А тут на Сирусе их сделали невосприимчивыми к минус эффекту передвижения скорости. А там, блядь, работало. Их просто, блядь, 40-30 штук водили. Неплохо было. О. Ну, бов на йоге. На плюс 0. Ну, так они шотали по 50 тысяч просто. Только кайтить надо было. Они еще фирались. Ну, вообще нормально было. Вот, и тут тот же принцип будет с высокими мобами на этой, на Вайше. Только вот не знаю, что с гвардами делать, их дохуя еще выходит. Гварды они, во-первых, бьют по танку дохуя. Чтобы нубики их убивали, увидели энное количество. Вот надо еще посмотреть, какое это должно быть количество. И, скорее всего... Нам на оскверненок там миликов особо и не надо. Туда лучше РДД. Не-не-не, они играют нормально. Они спускаются из-за этого и часто портят всю жизнь остальные. Че, стартанем за 25 секунд? Да. Не рибахни где только бича. А, я понял. О, имба. Да, во время боя можно рибахнуть. Сейчас можно подрисовать. Мобу убьем. Ну, вывод стоял. Лесу идут инвалида. Вставай. Дал инер. Дал лапку. Дал контроль. Че тут один? Человек всего. Ну, вилки не дал, конечно. Да, один всего.
сейчас, если кто-то после 8 играет, оставайтесь, может быть, там рейд не соберется, но если наших будет человек, может, 5, там 7, которые не придут, можно будет позакрывать квартальный прицел Кагель, если кого интересует, конечно. Босса начали бить уже или что? Ну да, нам хули ждут. Не такие. Я же написал, что я релогаюсь. Так ничего страшного. Тебе надо что-то с него? Нет. Ничего страшного тогда. Я не видел. Говори в следующий раз. Если не надо с босса ничего. У нас тут. Ничего страшного. Лужа. Ну, сука. Профессиональный вихрь тебя спасает. Так, мобу убьем. Все нажал, бабл нажал, блять. Вот, самый нажал, все въебал. Так, набиваем мобу. Давайте Геру. Ники бы там, конечно. Нет. Мильки бы там, конечно, убили мобов. Spirits. Spirits. Буду стоять в тупую, блядь. На нахуй, ебло, блядь. Видел? Прилетело, падла. Spirits. Буду стоять в тупую эпоху. Давай еще раз. Ну, видали, блядь, профессиональные вихри, блин. Ой, я духа хлопну. Нихуя? Spirits. Чего вы такого захуярили мысль? Что-то невосприимчивость была на вихре. На тебе бидон лапку, на тебе инер, ярик. Spirits. Spirits. Ты не в сил противиться моей воле. Далеко по себе. А там детерниц. Ладно, сука, она меня заморозила. Как ты сказал? Сука? Нихуя. Спиритс. Кто сука? Все тихо. Не говори мне. Спиритс. Не, давай нахуй, с этого места поподробнее, блядь. Кто сука? Не говори про людей в Т5 таких слов. Я что, про кого-то сказал, блядь? Spirits. Показалось, блядь. Ты сказал, как будто она, сука, меня заморозила. Так же сказал. Бляшка. О, нихуя, не зря сходили. Это было не так. Ну, запястье сюда. Так, запястье сюда, да? На базу торпедных катеров, ебать, верните запястье, пожалуйста. Запястье сюда. Блять, мне эта привычка ебаная осталась в циркуле, нахуй. Я не могу без боешек жить. Типа, если бы не боешки, я бы вообще в эту игру не играл, нахуй. Сука. Господи, дракона запустили. Нет. Блять, а зачем его запустили? Бетон, блять. Переждать придется, пока убьют его. Подождем, хуля. А лифт? Бью для бичей. Мы, блядь, телепорт юзаем. А, я бью.
Ты бичом назвал человека в 4-5. Я понял. Значит, я бич. Скоро все закончится. Может быть, ты бич? Узрите же мир моими глазами. Ну, блядь. Да, сука, когда? Когда? Лев, такого? Ты там жив? Поговоришь? Ты там жив? Ну да. А чё, много? Нет. 40к трэш. Да, при том, что один дракон и 3 моба. Там ещё я 20% силы даю. Ты там хорошо жив? Ну, крепко жив? Или может уже пора, ну, там горошек отваривать? Горошек отваривать? Нахуя горошек отваривать? Кутью нахуй варить. Ни хрена ты вспомнил кутью. Подожди, кутя это же это рис, блядь, с изюмом, да, вот это вот. Да. Уебать нахуй, блядь. У меня причем, есть друг, у меня есть друг, который. Причем не соленая, не сладкая. У меня есть друг, который любит ту кутю, нахуй, блядь. Еще и кисель, блядь. Фу, нахуй, это, блядь. Это за кисель не пизде. Опа, а кто появился, нихуя? На вашу пойдем. Думает, что вообще припадочный. Хуя? Какой нахуй. Вы слышали? Пришел ДЦ 2-5. Так он и был тут. Я понял, но вред не ходит, да? Так это же Баунер. У меня дела были. Какие у тебя дела? Валите меня! Вот ща, бля, кто там палит меня? Гоша, у тебя Warcraft. Это главное дело. У тебя дел не может быть. Где взятые? Ты доедешь до корабля сюда? Ладно, это все, конечно, очень интересно. Кто танчит... Пизду, без меня начинаете, я тут душу собираю, бегаю. Я понял, нахуй. Кто танчит Додика на корабле другом? Не давай, знаю, я потанчу. Юля, наверное. Давай Юля, наверное. Вот здесь не поставим. Нет, надо было планом пойти души дособирать. Ну вот, теперь я души пособирал, мне скучно. Как вы, блядь, до вас долететь так по-хитрому? Никак. Да никак уже. Да сейчас я мапхак скачаю. А если вниз упасть и бабл нажать, поможет? Нет. Думаешь, ебать. Он появится у нас на корабле и резнуть его? Я тут нашел колдуна с усмирителя небес. А чё сдох? Я что вниз не прыгал. О, парни, я с вами. Только я мертвый, но я с вами. Я что-то говорю. А сова жирная, не могу встать. Я мертвый и очень злой. Теперь я жив и очень зол. Ладно. Сова просто настолько жирная, что нельзя с ней встать на одну платформу. Это начало стендапа какого? Эта сова настолько жирная. Как ты машина? Что она не вмещается в метро. Бля, ты хорош. Стендапер, ебать, хуя себе. Ну я не знаю, как они там делают, типа, вы замечали? Сова, спасибо, рассекающий. Жирная. Просто рассекающий. Ты что, Джорджа Карлина, а что рассекающий? Что ты подъебло, блядь, летишь, блядь? Просто ручку. Вылазь из пушки. Ой, я не заметил, что... Да, блядь. Юрий, от тебя я не ожидал, блядь. Так, два капкана, чтобы не бить трэш на корабле. Да, я так и знал. Стоять, АФК. Лежать, да, точнее. Вилас, я не поведусь на это стол. Надо будет ГП закидывать за это, блядь. Она тебе вурдалака кидает? Да. Правильно, не ведись на неё. Бля, может кто-то знает, как это... Как мне засейвить на сурке, чтобы меня 4 моба не разъебало? Могу тебе боб ебать, хочешь? Хороший план. Ну ты спросил, кто-нибудь знает? Я знаю. Не, там надо меня как-то засейвить, я хз как. Ну я в тот раз зубы тебе давал на ДЦ. Там надо каждый раз так делать. У меня есть, конечно. Надо просто мобов убить. У меня есть, конечно, одна идея. Но тебе не понравится. Чё, диван? Это какая? Диван. Не, иди нахуй. Не дай бог, блять. Зачем диван? Ты ему дай этот, просто с пула хрень его. Не с пула, а стой, а через 30 секунд после пула.
Не, ну чё, есть еще один вариант. Ты просто... Бой начинается, ты клавиатуру не трогаешь. И... А, не, ну так... А я помню, как ты... Так не работает. Я помню, как ты мне, Глеб, Боб кинул нахуй на сортебле, когда надо... Тебе и не кидал. Кидал ты... Да ладно, блядь. Нет, тебе нет. Ты кидал мне Боб. Вы бы знали, как... Я один раз кидал Боб, типа, в человека, но на сорке, и это было в Гошу, когда он был на аварии. Кто-то из хэпалок, я помню... Да. Не я. Я не кидал, Дима. Я был. А, ты был, да? Страсти не шуточные. Вы бы знали, что в Тенебрисах происходит. Там просто хпалы на Личе 25 Нигер диваны в танков кидают. Нихуя. Нормально. Серьезно, хуйня. Причем, блядь, нормально пулят. Три раза подряд, нахуй. Я помню, меня однажды кинул хпал, я потом кикнул. Кикнул, нахуй. Ну, вот, да. Да не за это. А это у них второй статик. Че, у нас одна пушка не бьет, вопрос. Да, я поганул ее. Бала идет. Её баганул? Как баганул? Чё там а вот так, с постаком? 49-50 сейчас уже пробивать будет. Да я пока кину. Просто потом с 2000 она будет умирать. Да ладно, блин, там бабишь. Нахуй багать пушки, в чём, блядь? Ну вижу, у меня не садится никто, такой сел и всё. Ну и сел и забагал, блин. Зато будет повод сервисом починить пушки. Да они просто хуй забьют на это, ты думаешь, они что-то чинить, блядь, будут? Да хуй ты угадал, блядь. Ну я понадеялся. У них нет времени на эти глупости, им надо на инфинити по городу ездить. Че, Юля, до упора? Юля, ты веришь мне, Юля? Стой до конца, если веришь. А на каком инфинити? Я уже вижу, Юля жмет раньше. Все, перепрыгиваем. Уже не по одной инфинити. Блядь, жаль, у меня бовка, да я сейчас бы на инфинити. Витя, а ты помнишь, когда протопал был? Когда? На сурке прошлом, ну в обычке. Когда ты зубы в меня давал. По-моему, Лёха танчил, видел? Блять. Слушай, Глеб, это ж ты меня закидывал, да, Боб, на Личе в десятке гера, когда пошли мы там? Отъебись, 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 я лепну нахуй, отъебись. Ну, почти, почти, Юль, почти. Ты же помнишь, да, Глеб, как это я на аварии влетел с бурстами и получил Боб, а? Вот оно на доверие к Золоману, чё? Чем заканчивается? У меня просто мана закончилась, ну блядь, чё? Опять высох. Доверие к тебе закончилось, а не мана. Юля высохла за Ханыча. Просто мана закончилась. Звучит так всего, ещё боешка будет. Я не виноват. Сегодня. Счёт ты, наверное, другой. Нет, это не боешка. О, ну у Лингрена я ему отдал. А чё, счёт ты нахапал, нормальная тема? Нет. Да, бис. Да, хуйта, хуйта, бисовая хуйта. Такая же бис, как и щит на защиту на Элема. Ага, понял. Чё, давайте друйте на валит и Мэтфокс в ДДшник быстрее. Запускай сразу боссом. Он, блин, дрочит тут 20 лет. Глеб, слышишь? Давай ты мне десяточек. Гоша, не трогай меня, плиз, блядь. Давай, 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 давай. Встань. Ну, я хотел тебя отомстить и думал как-то сделать, типа. Гоша, но... не надо, сейчас я потестить хочу отделку свою. Не жми в него. А я хочу потестить, просто потестить. Так, сейчас, подожди, я вспомню, на какую кнопку у меня Боб стоит, подожди. О, Shift 5, она близко очень. Я сейчас слежу, кто это сделал, я потом буду мстить. Длань свободы. Ты мне должен вообще-то. О, длань защиты, нашел. Бля, уйдите, паладины, уйдите, стойте ауры кто-нибудь. Слава, у тебя инчантер ДКшник, да? ДКшник и прист. Угу. Я по КД, Глеба, держу ему, короче. Угу. Диман, у тебя 3 ауры кончил, да? Да. У меня вопрос есть. Ну, сюда, окей. После... Я не матрос, слава богу. После Мэтфокса кто собирает осколки? Вентилятор. Потом я. Крита так мало вреди, жесть. Я нахуй никому места не уступлю, пошли в жопу. Присаживайся на ДК, уйдишь опять это. Пересаживайся на ДК и в конец очереди. Да. Да-да-да. Подвинуться. Так, чё, Глеб, где мои 10 тысяч? Чё, посмотрим. Станет что, Глеб, с пула ебашим, да, Боб, с тебя? Давай по очереди, я первый. Не шучу. Ой, откинешь МГП. Не надо, ничего не делайте, не надо никаких Бобов. Диман, 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 давай ты Боб, я Диван. Я в ебу. Я через Глеба хилить буду просто, и всё. Ну, как вариант, но если меня будет складывать, то будет складывать уже полностью, я думаю. Ну, похуй, я-то, я думаю, если я тебе щит... Я Гера, шамана. Гера, выпустите. Если ты щиток кинул, то я думаю, нормально будет. Ты на ком частицу держишь?
на Юлю. Это он на Вилане подержал. Давай. Ну бля, Глеб, тебя в два хлопа, тебя мы вдвоем держим, поэтому... Да что-то я ДПСа не вижу. Я думаю, ну, что я разгоняюсь. Что его нет. Ну да, на совете. Ну Глеб, ну не души, Глеб! Что такое? Я... Глеб, давай, я тупо в тебя свет небес ебашу. Вот только в тебя, на. Спасибо. Да на нем нету агро. Ну просто я в себе сальвы еще даю. Все, вторая саля полетела. Ну я ему еще сальвы кидал. 4, 3, 2, 1. А, нет, своё не кидал. Давай, закидывай. На, Глеб, если есть опаляющий, жми. Пока нет. Заливай в Вилане пятый, 4-й. Да не-не-не, сейчас не надо. Но всё равно нет пока. Ты пять не стакнул. Сейчас мы просто в конец очереди опустим. Вот последующий трэш, ну постарайтесь плесну на щиток, да, что-нибудь такое. Ну я в тебя кидал щиток. Капельку, боп. Нет, бок не надо. Мастера аура, да. Вот. Кстати, в натуре капля же еще есть. Капля. Сакра, мастера аура. Только я не помню, не помню, какую кнопку у меня стоит капля, блядь. One. Я тебе по фрейму просто возьму, на, ебаш. Бичу некоторых щитону. Мордан, ты тоже без мага? Да, все. Я просто нон-стоп, в нон-стоп высоко я тоже у тебя нон-стоп свет небес ебаш. Нормально. А можно? Ага, у Иннер дали. Бля, Глеб, все ради тебя, понимаешь? Спасибо. Я еще где-то 800 ДПС, это мой ДПС, а не его. Кики, ты там дал? Ты хотел сказать 8000. Сколько, сколько? У тебя, но если мне правильно показать, 27. Что-то мало так-то. А где ДПС? Что-то мало как-то. Нормально. Какая-то хуйня. А хули тут так мало, блядь? Тут рейдовых бафов нет. Типа у меня процентов 7 крита просто нет. Ты уебался, тебе ГП дал. Какую-то помойку нахуй вообще не дамажу. У тебя солнцепад мало на прокол. Меткости хватает? Боже, а сколько у тебя монопол? 39 тысяч? 32. Ну должно хватать. А это... Ой, это можно там в очередь встать на осколки? Можно встать туда, но... Ну что, ты будешь кристалл покупать? Что покупать? Там. А мы Жанку, думаешь, не освоим к тому времени, когда до меня очередь дойдет, и пока я дособираю это дерьмо? Не знаю, наверное. Я думаю, что освоим, потому что это явно, блядь, к осени только будет. Да, точно. Вот когда до меня очередь дойдет, я думаю, что ее еще не освоим. Не, мне кажется, кстати, что нормально будет. Ты как? На ходе палы пересядешь, там освальбуем ее. Мадикон, как солнце подработает? Я? Ну он прокает и падает. А ну, в смысле как? От того, что... Ну вот бешенство Савуха у тебя прокает, это и есть солнцепад. Mm-hmm. Это два куска, ты 4.
Он типа прокает на 3 секунды и сначала бьет во время прока по всем, и потом раз в 1.5 секунды. То есть за один прок он 3 раза бьет. Если он тебя во время прока прокает еще раз, то он тебя просто 3 секунды сверху добавляет. Как звездопад будет висеть. Да, 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 не от тебя. Ну там хороший шанс. Типа на прок сейчас. Поэтому, по идее, и хосту хорошо собирать там, ну, до... Почему ты? У меня типа 700, я думаю, нормально. Да? Ну, для твоего этим левела даже очень хорошо. У меня 900, но само собралось. Да, да, типа вот, за 60-й, когда собираешь... Валька сзади. 900 касать вот, появляется хосты. О, можно будет Вальку бафта оттащить. Что ты говоришь, там боешки или что? Собирай, говорю, боешки, ну. Пылить надо, пылить, там столько зелени. Ну-ка, там воронка фарм собирают, блядь. Кто собирает? Экзекут этот ебучий. Ну, Диман, ты похилишь, я это в ретро свекнусь. Угу. ДПС замерил. Что тебе там мерить, блядь? Сейчас я покажу, блядь, ДПС, я придамажу нафиг сейчас. Угу. Весь, блядь. Жестко заело. Проверять ее мы, конечно же, не будем. Да, да не, не. Мне, чтобы ДПС дать, нужно Т7. Это фраза из этого, блядь, лысого типа, вот этого, блядь, который передачу необъяснимого факта вел, да? Да, да, да. Глеб, мышь на мужика, без припотов. Там как? Да. Там сильное заявление. Я не говорил, что да. Проверять его я, конечно же, не буду. Я тебя понял, брат. Я, ну, ты же спросил с, я такой, ой, там без, я такой с. О, работает. Тебе... Мне кажется, вам дадут пизды сейчас. Нет, да вы с этой шумы забейте сначала. Опа, там еще сзади лишь подошел. А я сейчас как нажму одну кнопку. Ебать, большого что? Убейте быстрее. Ой, а я сейчас сдохну. Дал сокрыл. Большого убейте, потом вонючку бьем. Ну вот сейчас помираем. Пейна, вы придумали, блядь, вообще? Побежали. Побежали сразу. Бидон, фокс, работаем. Вонючку бьем. Все побежали быстрее. Рейль, беги, Зирейль, беги. Давай, Пасифея. Я ДПС скидывал. Давай, мочи. Забейте зомби. Я понял. Надо хилить себя, просто бичи, блядь. А чего вы хотели этого хила? На, хилимся, ретрики. Хилимся, успехили. Пока бегите быстрее, сейчас они приведут. Там бой. Next door? Бой, да. Ты знаешь, что это, да? Да. Ясно, нахуй. Ну, а нахуй я ступа агрить тогда? Провижу грядущее. Я ж говорю, что вы пизды получите. Кого там утонуть? А вот тот, кто пизде, блядь. Что мы пизды получим. Ну я не со зла, ребята. Ты вообще сегодня идешь на РТ? Да, если воронки не пойдут, то пойду с вами. А во сколько будет, кстати? Нихуя, воронки, значит, сложнее, да? Я понял. Блять, мне Т5 надо одевать, брат. А, ты же в другой гильдии играешь. Ну все, тогда ГЦ. А, на тебя надежды нету никакой. Ладно, приходи через 5 лет, когда мы начнем Джайну убивать. Ну, куда вы собираетесь сейчас? Скажи хотя бы. Да никуда не собираемся. Тебе это не надо, тебе надо Т5. Не думай об этом. Бля, что началось-то? Играй душой. Играй душой, да. Как же он душ? Да хули душу, ебать. Ну, челики сделали свой выбор, блядь. Душить надо. Не надо ТП. Ты слышал, блядь? Не надо Т5, блядь. Ну, если не воронка фарм, то я, блядь, приду, блядь. Ну, мне надо Т5. Если не дашь мне Т5, я ливаю из гильдии, блядь. Нет, сука, я если ты возьмешь меня на лича, я ливаю из гильдии. Не-не, я тебе объясню. Сука, если он заберет чешку, я ливаю из гильдии, блядь. У меня есть чешка. Смотри, просто ну, если... Ну я ливаю из гильдии. Если я не буду ходить на воронка фармы, то на Т5 мне воронки не выделят. Да, я буду правильно. Как бы ходить с токенами просто.
Да, ты в другой гильдии, можешь ничего написать. Как это знакомо? Так, все понятно. А давно у вас Пасифея появилась? Давно. Да, уже прилично. Тебе нельзя такие информации, ну, такую информацию разглашать. Это секретная информация. Ты в Т4 до сих пор ходишь? Она суперагент. Она 007. Суперхант. Хант 007, да. А что такие вопросы? Да я как бы в курсе, у нас с ним одинаковый ДПС. Глянь ДПС, правильно записался у меня или нет? Пасифея. Да вообще вроде правильно, типа мне такой же показывается. Там вроде 4Т5. Да, там 4Т5. Так, ну могу рассказать гайд, как не сдохнуть на этом трэше. Надо сначала одну собаку сагрить и вывести сюда вот в коридор. Это нормал что ли? Хватайте вонючку. Тогда, возможно, мы не вайпимся. Бля, хоть бы забафаться дали. Да, да нахуй нам бафы, ты чё, бля, убираешь? Ну, то ли. Ничего, дядиш, так убили. Я стан дал, пройдите ты меч. Звездопад нажал, короче, нахуй. Да, снял. Правильно, Старфолл. Это так, душой. Это он так ловушка. Он с твоей стороны. Мистер Тёрнер. Почему? Это не я шагал, я уже нажал. Меч с твоей стороны, мистер Тёрнер. У вас вторые два ханта и мама что ли? Не знаю, там, там пиздец. Потеряшка 52-й сюрф. Лолкакан. Чё-то он мало дает. Чё-то не то значит. Так это суркан. Там нечего давать еще. Нечему. Нечем давать. Там еще нечем давать. Ничего не то. Дает 25 на маги, кайфую. Да. На ручи лежат синие, уберите с собаки. Тут пока я пичусь этого ханта, передать сложно словами. Так, синий. Попробуй звуком. Ну? Не, вот друг, который зашел. Кстати, да. Кто это, интересно? Друг? Это Гурлок. Я не помню, откуда он, то ли спавшего. Спавшего, или... спавшего. Ну, он не вообще играет. Сказал, вот, но... Так-то он, да. Он играет в какой-то топовой гильдии, где фармят 5 кусков Т5. Ну, нам до этого еще далеко. Ну, это тебе далеко, но. Да? А почему Вилаш не могу похилить чисто так? У меня здесь вот знак. Дебаф, потому что... Ну, хуёво хилишь, блядь. СПД мало у тебя, блядь. Хуй тебе сказать. Давай, расчай своего паладина. Давай, покажи. Давай, всё, ничего. Ну и всё. Баланир собрали, нахуй, блядь. А играть не надо. Все, сиди, Старфолл, давай. Тихо, я там, бля, сейчас запишу, люди на рыбу 10 осколков вместо семейных. Еще, блядь. Порадуюсь за него, блядь. А потом будешь требовать. Где и еще? И когда ты нас радовать своим волонером будешь, а? Придет время, да. Блядь. В рейде будет просто 5 волонеров. О, поешка, нихуя. Как-то двусмысленно прозвучало. Когда вас радовали, когда в рейде будет 10 волонеров, прозвучало. Я не знаю, что-то двусмысленного, видимо. Кто-то сильно испорчен. Нихуя. Диман, знаешь, твоему паладину соберем волонира, моему паладину волонира, Глебу соберем волонир. Защику, Гоша, защику, нахуй. Видите, на сову соберем волонир, тоже будет там бегать. А потом, когда выйдет новая фаза контента, вы такие, блять, оказывается, на другой волонир надо другие осколки, а этот можно выбросить. С чего ты взял, что можно выбросить, блядь? Не поверишь, мы это уже говорили. Ты, наверное, с волониром хилил или что, так говоришь? Ты что, ты вот видишь, и что хэмовский нахуй? Что хэмовский? И то, другое. Продолжение мысли где? Ты хэмовский. А там, блядь, в Египте пирамиды, и что нахуй? И что, ёбаный? Ну, дальше что? Хэмовский лучше, чем обычный. И что нахуй? Ты его чё, блядь, сразу получишь, да. Как только контент выйдет или чё нахуй? Я, ну да. Я еще посмотрю на того, кто его первый соберет нахуй. Да. Энза, наверное, соберет первый, у них там намет. Мне я не про другие гильдии. Я про нашу гильдию имею в виду. А-а-а. Не похоже. Ну это надо быть очень уверенным в человеке, забрать у него паспорт, чтобы он никуда не съебал. Подписку о неразглашении, нахуй. Там вообще дохуя его, да. Слава, у меня есть твинк. Так. РШАМ. Сделаем, нахуй. Это наш выбор.
А, то есть ты, ну, Рошаму делаешь. Я лучше Хэва сделаю, чем кому-либо, блядь. Не знаю. А мне волонил, а я мне Шэм. Можно спору вынести, нахуй, с мили одну, по приколу. Вообще было бы неплохо, нахуй. Хочу, а там Рак там стоит, блядь, мало того, что не дамажит, и сверху, блядь, не выносит. Редрика, блядь, заставляет. Я хочу Шэм Навара. И чешку ДДшную на паладина. Блядь, защику. Животное. Защику тоже можно больше так. Да, Свася, то, это тоже можно. Даже можно два. Это в основном. Дайте две. Нафига тебе чеха на паладина? Ты не понимаешь, я кидаю джагу, я кидаю джагу, у меня СПД дается, все. Да там ICQ мало, не разговаривает. Я тебе секрет, там джаги она не прокает. Джаги она не прокает, Мордан. Я не знаю, я чем придумаю. От шока небес прокает? Вообще она, по идее, от экстарацизма. Она должна, по идее, от лужи прокать. Мне кажется, от даунизма она тоже еще прокает. Биг Дэм собрал, и я соберу. Я еще видел с объектом хэпала. Во, тем более, с объекта возьму себе. И проку через СПД возьму себе. План охрененен. Исполнение план, да. Так мне себе. Казалось, что кто-то сдох. Там кто-то обрыгался одновременно, блять. Тебе не показалось. Я понял. Рыгануло его. Я перехилил Авилашу, ю-ху! Ура, ёбаный врат. Ебать, я перехилил стелс. А тейнер за это, блядь. Ебать, я бидон обгоняю, слушай, я бидон обгоняю. Да Юля, этой лужи хиль пиздец, блядь. Какой лужи, не абсорб. Так абсорб записывается, понимаешь? Там в details не идет, типа хуйня. Абсорб это абсорб, блядь. Когда по ней дамаг идет, у нее абсорб учитывает смешивается. Так в том-то прикол, что details не учитывает. Он сначала показывает тебе все, а ты можешь писать исцеление отдельно и абсорб отдельно. Подожди, это слишком тяжело. Хорошо, я IQ столько нету, ты мне, блядь, не рассказывай. Там есть две графы, графа, а не одна, как это. Я одну графу знаю, блядь. Володир. Да, нахуй. Володир имба. Володир мача. Слюни изо рта еще текут, нахуй. Да, Володир, блядь, вижу. О, бояшечка. О, нихуя. Пойдет. Это, отдай сразу этому. Че, да? Ру лимону. Вот эту далекую землю. Да. Диман, да. Диман, глянь за хил. О, дайте грудок на потеряшку, пожалуйста. Это боешка, соси лапу. Блин. Все, 100к нахуй. Покупай. Кто там 5к стоит, это боешка несчастная. Реально 5к. Я... Блин, знаешь, самое моты? Я реально только сейчас вижу, что это боешка. Я думал, дождусь обычки и полутаю, сука. Кровь надо кому-то? Иди на опцион, блядь. Не, я буду герой ждать тогда фиксом. Не терпеливо. Ты лучше геройскую нахуй тебе с обычки. По-серьезному, что? Будет у меня геройский хант с лука с акетами. Красота. Дать пизды, не брать в рейд. Не-не-не, совесть бей. Сначала не брать в рейд, а потом... Посмотри на мою сову, нахуй. Что? Все, короче, этого ебанем, да и чилить пойдем. Слушай, у меня проходной в 40 есть, есть. Все, отстань от моего ханта. Какой проходной? Сколько ты дал 40? 19. 20 еще не было? Блять, сука, тринку полутаю, вторую дам тебе 20-ку. Черт с тобой. Типущее пламя, его даже апать не хочу. Нафиг я его себе вообще делаю? Я даже не помню зачем. Не, пламя хорошее, сейчас тринка стал. Не, все на нём. А может гер дадим? Давай. Не, ну, лаз до босса. Чё, нет. Мы же тут не рогаем, да, в обычке? Нет, 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 нет. На пацан ты толкать его. Блевоты нету, но... Главное не диспелить, а прохиливать. Блять. Интересно, травма выпадет, нет? Нет, нет, не выпадет. Мне кажется, выпадет. Травму, короче, хочу себе шамана замыть.
На следующем КД же на холоде. Какая травма на шамана такая себе. Ты понял, да, же, что я в рейд друидом не попаду к нам, да? Не хочет там делать. Так вот, блядь. Ну, будто ланнир собирай нахуй. Ну, придешь с ланиром. Да, придешь с ланиром, ну, блин, тут. Травмы баловаться. Кто-то научит меня на друиде хилить. Хоть там хилить омоложение, бы не распаковывался. Ты, блядь, умник такой, нахуй. Так я тебе реально говорю, блядь. Да, да, да. Пять омоложений, блин, у нас пять омоложений, блин, у нас все пока ты пока повторяешь еще. Ну это ж ты пятый, наверное, да? Нет. Ты десятым? Под боссом. Слизер вернулась к нему. Ты что, зря нагл? Зря у меня друид нагл, что ли? Надо рестера делать. Почему? Зря, нормальная тема. А покидай паф на инту мага. Да, ты просто можешь пафы закидывать и все, нормальная тема. Ну, так я и закидываю. Вон, Глеба, чё, 20% силы. А, ты можешь только один баф одновременно кидать? Да, да, конечно. Ну, там получается у него 20 секунд КД. А, ну, я просто, мне говорил, что там типа разный баф. Да, их просто да. Куча, но ты выбираешь один, кому надо. А, все понял. Сокру дал добивать. Не хочу соединить. Я хуй знаю, сколько я за бой сейчас всех Глебу закинул. Штук 5, наверное. Травма, травма, травма. Не, нет. О, я брасы хочу. Набирай. А я и вилашу передамажил. Глеб, а ты стопаешь ДПС? Нет. Тема в том, что я бью тут не опаляющим. Спасибо. А ты типа, ну, стопаешь ДПС, да? Врай, глянь мой ДПС. Да, все равно у меня самого босса больше. А у Езеро. Подожди.